сказал, что центр города не место для релаксации. В Иванове на площади Революции провели первое открытое занятие йогой. Здесь все желающие вместе с профессиональным инструктором могли расслабиться, а заодно хорошенько размяться. Одновременно такое возможно только в йоге. Очень здорово, что вот так в центре города просто можно прийти и позаниматься йогой или каким-то фитнесом. Я считаю, что это важно, я считаю, что нужно к этому больше людей привлекать. И на самом деле я очень рада, что в субботу встала пораньше, пришла сюда и позанималась, и зарядилась на весь день. Занятия проходят прямо на улице. Инструктор рассказывает, так даже правильней. В йоге главное дыхание, и чем больше кислорода поступает в кровь, тем полезнее тренировки. Йога ошибочно ассоциируется у людей с чем-то сверхсложным. Конечно, не все асаны получаются с первого раза, но в целом данные занятия универсальны, рассчитаны как на подготовленных людей, так и на новичков. Поучаствовать могут все, вне зависимости от пола и возраста. Можно всем, потому что планируются тренировки по мягкому фитнесу. Это йога, это пилатес, это бодибаланс. Тренировки вообще, в принципе, подобного формата рассчитаны на любую подготовку, на любой возраст. Ну, понятно, что где-то более-менее осознанно, да, маленькие, они не очень понимают, им неинтересно. А по окончанию возраста, да, то есть там вообще без ограничений, пожалуйста, до последнего. Есть желание, только приветствуем, только рады, потому что мы всегда показываем модификации полегче, посложнее, да, то есть для разного уровня. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать всем. Первое занятие собрало больше 30 человек. В дальнейшем, надеются организаторы, желающих станет еще больше. Тренировки при условии хорошей погоды будут проходить здесь с 11 часов утра каждую субботу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.